Награды в номинации «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Заветные золотые статуэтки» получили молодые специалисты Тампонского района. Здесь на днях прошло чествование молодых специалистов в стиле «Оскар-2015». Тему продолжат наши коллеги из Тампонского района. В Хандыге в рамках Года молодежи, объявленного в этом году в Тампонском районе, состоялось чествование молодых специалистов «Оскар-2015». Торжество прошло в стиле церемонии вручения награды «Оскар». В нем приняли участие 8 коллективов. На суд жюри они представили свои фильмы, снятые по мотивам известных кинопроизведений. «Гарри Поттер», «Стиляги», «Мумия», «Мой парень», «Зомби», «Миньоны». Молодые специалисты показали весь свой творческий потенциал и как актеры, и как режиссеры и сценаристы. Думаем, на следующий год тоже еще придумаем и... Это мероприятие дает нам больше позитива и больше привлечения молодых специалистов. В этом году в Тампонском районе прибыло более 30 молодых специалистов. Каждым годом у нас все становится больше и больше молодых специалистов. Жюри под председательством главы Тампонского района Георгия Герасимова оценивало не только фильмы, но и музыкальные номера конкурсантов, навеянные популярными кинолентами. На зрелищное шоу из Якутска были приглашены танцевальная группа «Фанки Бум» и диджей «Туярка». Ну, нам очень нравится в Хандыге, потому что когда мы ездили вот под разным усом, здесь был самый теплый прием, если честно, и даже сейчас здесь самый теплый прием. И всегда люди здесь очень дружелюбные, все очень, ну, хорошо относятся, мне очень нравится. По итогам церемонии лучшим фильмом стал «Гарри Поттер» в Хандыге, Центр детского творчества. Лучший сценарий «Мумия возвращается» Центральной больницы. За фильм «Кошмары на улице Вязов» получил коллектив горно-геологического техникума. Лучший режиссер Евгений Ефимов, Центр спорта и культуры «Алроса». Лучший коллектив администрация Тампонского района. Лучшая мужская роль Леонид Алексеев, Хандыгская молодежная администрация. Лучшая женская роль Матрена Сремятникова, село Кискил. Победителям вручены золотые статуэтки и дипломы. Мария Винокурова, Наталья Пермяков, НВК Саха, Хандыга.